Всем привет, друзья, с вами я, Энди Файф, и карьера за ЦСКА в ГРТ Топ-Менеджер 2005. Сегодня у нас матч с питерским Динамо, который складывается на 8 месте, а 3 ставят 17 очков. Давайте сыграем этот матч, пытаемся обыграть питерцев. Матч начинается, выиграл неправильный ответ. И 2-1 мы выигрываем. Так. Выпустим дверь Сучёва. Даже разгрустнулся, когда стал выпустим Дима Сучёва. Левый. Дима Сачёв. Ладно. Нормально. Сучёв забил просто. Диман. И Вагнер Лав с 11 мячами где на втором месте после Михаила Кремовича. Лев Корвалин, Тимур Бутоков, Дмитрий Корвалин второй раз. Бутоков первый раз. Я вот это никогда не понимаю. Почему это да. И матч у нас с Пэрисом. Матч, который для нас на Цорке вообще никакого принципиального значения не имеет. Мы только кто будет первый команда, кто будет второй, у нас борьба с Манчестером. И Марк Ван Гомер. Сразу задан бросил. Может, балабан. Это понятно. Дальше 20-25 и максимум Гузник, Антектал, Плата, Джин, Тиарадзе. Хорошо, прощаем с ней, я исковеркал его фамилию, но блин. Вартан Мазалов, может я перенести Вартана Мазалова. Интересный такой вариантчик. Так, мало что интересуется. Я знаю, что это аренда, но тем не менее. Он уже фумел в настоящее время. Настоящему представил, я там показал матч с ПСВ, надеюсь, мы их победим. Но сейчас об этом еще ничего не сказал, да? И было бы очень шикарно. Я думаю, кстати, Ерошу как пустить. Помните того оформника из Волгоградского ротора? 17-летний, он уже молодой, но на перспективу и подмена Алмана. Так. Давайте уже ничего такого не решающего. Потом в топ-механике, конечно,
снимать лаву, будем снимать. Будем побеждать, не пьем, карточку красного, да, сбежать. Ну, по Монако там выигрывает Мангина. Мы первые группы. Тоже снимем, что узнаем барабанный обрак, кто с кем бы Монако барабан. Вот это прикол. Вот это реально прикол. Мы с ним были в группе, мы с ним играем уже. Ничего не понимаю. Синий матч против московского Спартака. Ну, надеюсь, мы не ударим играть лицом в дерби. И так я выиграю московский Спартак. Симак обещал, что Симак забил. Мы первые 4 очка. Блин, что там тут случилось? Маска. Как ты так самое? Вот так, последний у нас играет в текущем году против Тахтера. Хорошо, если это раз один, второй раз этот, и пятый раз. Играем, повышаем. Чё? Чё? Таличка на таличку, пожалуйста. Московский Спартак, блин, надо победить. Спартак на 15 месте. Обалдеть. Ничего себе. Опять-таки сохраняемся. Может быть, сегодня как-то не особенно расслаблен, не много чего рассказываю, но просто последний этот матч 18-го слова. Может быть, просто московскую карту и все. Сейчас как-то у нас футболист форму не набирает, не прокачивает, все будет чего. Побеждаем, чего мы выпустим. 3-1, в принципе, попадается что-то так. Ахтим. Так, он можешь вот так снять. Вон сюда. Так, вот так, ладно. Так. Вот так. Чего? 6-2 на крайней партии. Ладно, король. Король разыгрался или нет? 4 очка так остался, это последний в Москве. Особо поражение. Это был городский ротор. И важно лучше бомбардировать. Ну и для них это как красавчик. Ничего не порвали. Далеко рядом с ним порвали. Король вообще красавец. Так, и вот сейчас Спартак пронес, что ли. А, у Спартака лежал победу сразу 12. Матч кубка. А вот этот кубковый матч мы оставим на следующий выпуск трансфера. Кубок. Все это на следующий выпуск. На сегодня это все. С вами был Андрей Пайк. Не забываем комментировать, задавать вопросы по поводу этой игры. Ставим лайки. Сегодня это все. Пока-пока.